Ты работаешь на улице в жару? Это значит, что ты потеешь и теряешь много жидкости. Пьешь ли ты достаточно? Берешь ли ты с собой на работу достаточно воды? Важно регулярно пить во время работы не менее 3 литров воды в день. В жаркий день с 11 до 15 часов лучше не делать тяжелую работу. Следует делать короткие перерывы в тени. Что делать, если ты или другой сотрудник плохо себя чувствуете? В случае слабости или головокружения укройся в тени и пей воду. И в экстренном случае всегда вызывай скорую помощь. Береги себя и свое здоровье. Останови риск, пока он тебя не остановил.